Судебная эпопея с бывшей детской поликлиникой на улице Володарского снова затягивается. В арбитражном областном суде Ярославлю судьбу памятника архитектурного наследия пытаются решить уже в седьмой раз. И снова окончательная точка в деле не поставлена. Камнем преткновения стал вопрос – изъять здание у собственника или дать ему возможность самому восстановить. И есть ли да, то в какие сроки. Напомним, резонансная история была предана огласке в апреле этого года. Иск к недобросовестному владельцу исторического здания подала мэрия города. Департамент культуры вынес предписание законсервировать здание, но оно не было выполнено. За 3 года случилось 3 пожара. Следующее, как обещают, последнее и судьбоносное заседание запланировано на 11 сентября. За поворотами истории пристально следят жители соседних с бывшей поликлиникой домов. Насколько мы поняли с судебного заседания, ответчик и истец, то есть департамент архитектуры и управление земельных ресурсов, не договорились с Ярсантехмонтажом по заключению мирового соглашения. Существуют сроки предписания для восстановления этого здания, для сбора документации необходимой. И представитель истца считал, что это вполне возможно сделать за 2-2,5 года. Ответчик считал, что наоборот требуется гораздо более длительный срок. Сроки порядка 5 лет. Конечно, 5 лет это здание без охраны не простоит.